Новое лицо. Добро пожаловать в Акару. Нам пригодится любая пара рабочих рук. Ты кузнец? Кузнец, повар, старатель и все что угодно. Чем меньше нас становится, тем больше обязанностей мне приходится выполнять. Мне нужно оружие. Ха, ты находишься в крупнейшей повстанческой кузнице Миртаны. Конечно, у меня есть что тебе предложить. Вам нужны еще люди? О, да, и срочно. Наш предводитель, Роланд, в последнее время использует все наши резервы. Нам пригодится любой человек. Где мне найти вашего предводителя? Спускайся в шахту. Он живет там, в пещере. У фермера Руфуса есть сообщение для вас. Очень хорошо. Он наверняка принес новости из Монтеры. Спасибо тебе за то, что он добрался сюда целым и невредимым. Я найду вам новых людей. Если ты знаешь свободных людей, готовых сражаться за короля, то приводи их сюда. Ищи их в окрестностях Акары и на фермах Монтеры. Я уверен, что там найдутся пропащие души, которые согласятся прийти сюда. Если было все так просто... Покажи мне свое оружие. Ты серьезно? Лучше бы ты сам с этим разобрался. Конечно, почему нет? Но только заканчивай с этим. Может, тебе и все равно. Если он будет так продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Послушал бы моего совета. Лучше бы ты не встревал. Я над этим подумаю. Послушал бы моего совета. Тут что-то об алхимии. Я слышал о том, что в наш лагерь вступил новый человек. Говорили, что он подает большие надежды. Не обманули. Ты здесь, начальник. Я делаю все, что в моих силах, чтобы Акара не распалась. Чертовски трудно, ведь мы потеряли уже больше половины наших людей. Что произошло с твоими людьми? Монтера подорвала наши силы. С тех пор, как орки начали осаду, мы разведываем в городе. До сих пор орки находили почти все наши дозоры и уничтожали их. Остаток людей, без которых я мог обойтись, я послал на поиски дороги в столицу Вингард. Ты бывший паладин? Да, я был королевским воином, как и все мои соратники в Гота. Наше высокомерие было настолько большим, насколько позорным было поражение от орков. И несмотря на это, я все равно ношу доспехи с гордостью. Расскажи мне о Готе. Гота находится на востоке, между Фарингом и Монтерой. Когда-то она была резиденцией паладинов, до тех пор, пока орки не напали на нее. А сейчас по улицам Готы бродит смерть. Шаманы орков послали на город страшное проклятие. Каков твой план? Нужно наладить связь с королем. Чтобы не попасться в руки оркам, он укрепился в крепости столицы Вингард. Я не знаю, что замышляет Рабар. Чтобы узнать это, нам понадобится камень телепортации из Готы.
Камень ведет прямиком в столицу короля. А где сейчас твои люди, которые ищут дорогу в столицу Венгард? Я отправил их в Готу. Думаю, это была самая большая глупость, которую я мог сделать. Покажи мне свой товар. Покажи мне свой товар. Что за проклятие нависло над Готой? Сначала казалось, что победа в битве за Готу будет на нашей стороне. До тех пор, пока орки-шаманы не вызвали проклятого демона. Это исчадие ада летало над улицами Готы. Всех смелых людей чудовище превращало в бездушных тварей. Как будто ад пришел на нашу землю. Нам оставалось только бежать. Гота потеряна для нас навсегда. Почему вы никогда не нападали на Монтеру? Боюсь, мы просто слишком долго ждали подходящего момента. У меня есть сообщение от кладовщика Санфорда из Монтеры. Давно пора ему дать о себе знать. Хорошо сделано. Побольше бы таких людей, как ты. Я позабочусь о Готе. Только не глупи. Демон наверняка все еще там. Лучше не подходи к нему слишком близко. Ты научишь меня драться? Ты к этому еще не готов. Только так. Так хорошо. Только так. Хорошо. Только так.
продолжать, никогда из этого ничего не выйдет. Лучше бы ты не встревал. Конечно, почему нет? Ты силач! Как раз то, что надо! Да и у тебя тоже банка хоть куда. Я Рэндалл Дебошир. Я боец и хочу присоединиться к повстанцам. Я шел в Акару и наткнулся на этот рудник. Что ты задумал? Видишь, вон ту пещеру. В ней самый богатый рудник, какой мне когда-либо доводилось видеть. Там есть все, что хочешь. Золото, железо, сера. Есть только одна небольшая проблема. Что еще за проблема? Рудник кишмя кишит тварями, поэтому никто и не торопится его грабить. Правда, объединенными усилиями мы могли бы зачистить рудник. Что скажешь? Давай раскопаем рудник. Вот это я и хотел услышать. Собирайся и идем. Ты сам это... Ah!
Так, с этим разобрались. Ну что, разве я наобещал лишнего? Ты только посмотри на эти огромные золотые самородки! Что теперь? Ты идешь и зачищаешь остальной рудник, а я начинаю его грабить. Повстанцам в Акаре нужны силачи вроде тебя. Да, черт возьми, я это знаю! Рудник зачищен. То есть здесь нет больше тварей, которые бы нам помешали? Очень хорошо, парень. Теперь мы сможем беспрепятственно выпотрошить рудник. Я дам тебе 300 золотых. Теперь пойдешь в Акару? Так и быть, пойду. А ты в мое отсутствие присмотри за нашим рудником, чтобы, когда я вернусь, не весь рудник был разграблен. Ясно. Как?
слишком тяжело.
Эй, чужак, у тебя найдется приличный шнапс для опустившегося старателя? Я хочу напиться. Кто ты? Я старатель без родины. Мое имя Оуэн. На войне я потерял все, что мне было близко и дорого. Я жду, что меня схватит орочий патруль и отправит на рудники. Вот бутылка шнапса. Спасибо, дружище. Это как раз то, что мне сейчас нужно. У меня есть идея получше, чем оставлять тебя оркам. Да? Ну, тогда говори. Ты присоединишься к повстанцам. Окара отсюда недалеко. Окара? Да, я знаю, где это. Это старый железный рудник. Но я всегда думал, что он засыпан. На руднике Окары все еще работают. Ну, так чего же я здесь тогда сижу? Я дам тебе это целебное зелье в благодарность от меня. Я все равно не люблю эту штуку.